Апельсиновое настроение в кабинетах начальных классов Куровской школы номер 1 стало ярко. Строители уже приступили к покраске стен. Завершается работа по монтажу слаботочных систем и электрики. Ну, должна на следующей неделе уже приехать линолеум, начнут оклеивать. У них задача побыстрее здесь выполнить внутренний двор, потому что отсюда надо выходить. Отливать им здесь огромный будет пандус, у них большой. Самая большая готовность всех работ в основном корпусе школы. На следующей неделе начнут монтировать акустические панели в актовом и спортивном залах. Ожидается поставка витражных окон для двухэтажной пристройки. Здесь будет отбойник стоять и металлические полочки, чтобы, во-первых, дети не сбивали пороги и, соответственно, ограничители, да, будут ходить. Родительский контроль бывает в школе два раза в месяц. С одной стороны, не дают подрядчику расслабиться, а с другой, настолько сдружились со строителями, работающими с утра до позднего вечера, что готовы даже помогать с финишной уборкой класса. Ждут теперь отмашки от подрядчика. В следующий раз договорились встретиться 20 июля. К этому времени родителей обещали приятно удивить готовностью объекта.